Здравствуйте, мы находимся в Санкт-Петербурге, и рядом со мной Федор Емельяненко. Федор, добрый день. Добрый. Вот недавно, буквально на прошедших выходных, завершился первый чемпионат мира по смешанным единоборствам. Расскажите, как оцените результат этого чемпионата в организационном плане? Все ли получилось? На мой взгляд, получилось все, абсолютно все, и результат замечательный. И сборная России порадовала, и приезжие команды. Тоже был чемпионат был интересный, что радует, что чемпионами-призерами стали бойцы. Такой получился интернациональный состав победителей. Это радует. Вот в этом чемпионате в первом участвовало порядка там 38 стран, было заявлено 40. Но все равно количество очень большое. Насколько сложно было это организовать и насколько вы принимали в этом участие? Ну, в основном основная, скажем, работа по организации легла на Вадима и Дмитрия Христюка на организационный, на оргкомитет. Я уже постольку-поскольку, ну, тоже принимал участие, конечно, но я больше был задействован на Всемирных играх боевых искусств. Вот российская сборная заняла 3 места из 6 весовых категорий. Вы смотрели практически все бои. Как вам уровень проведенных поединков и с чем, как на ваш взгляд, связан такой результат? Ну, российская сборная заняла половину всех мест. Вы знаете, ну, на мой взгляд, это, в принципе, хороший результат. И, с другой стороны, я почему-то ожидал, что наша сборная будет еще больше займет первых мест. Все ребята показали красивые бои. Единственное, мне вот тяж наш Заур. Конечно, хотелось бы, чтобы он был немножко разносторонний, немножко умел проводить болевые приемы, удушающие. Все-таки его бой был таким затяжным. Зрители очень ждали такого встречного, быстрого боя. Вот также вы упомянули, что проходят Всемирные игры боевых искусств в Петербурге сейчас. Расскажите, удалось ли достичь каких-нибудь договоренностей со спорт-аккордом касательно, может быть, на следующих играх ведения смешанных единоборств или каких-либо других договоренностей? Нет, ну, первую работу мы провели, мы пообщались, договорились устно о сотрудничестве, обменялись координатами и будем приводить, скажем, наш вид спорта в соответствие того, чтобы попасть в спорт-аккорд во всемирные игры. Вот также уже до конца года остается пара месяцев. Как, на ваш взгляд, как прошел этот год в плане деятельности Союза смешанных единоборств? Какие еще планы остались на этот год? Ну, на мой взгляд, все идет замечательно. Слава Богу, у нас все удается. И коллектив у нас замечательный подобрался. У нас уже 62 региона по России, и мы проходим аккредитацию в регионах. Уже более 42 мы набрали, скажем, аккредитованных федераций. И также в мире у нас уже 42 страны, и все больше и больше каждый день звонят, прибавляются, изъявляют желание войти в Союз. Поэтому, мне кажется, наш вид спорта зарекомендовал себя, и Союз показал свою работу, свою деятельность за этот год. Мы провели ряд мастер-классов, наладили судейскую работу судейской коллегии, судейские семинары. По всей стране идет открытие школ. На мой взгляд, такой всплеск. Мы его используем и стараемся навести порядок в нашем виде спорта. Федор, спасибо, что согласились дать нам интервью. Спасибо. Будем с нетерпением следить за новыми соревнованиями Союза смешанных единоборств. Спасибо.